Добрый день, дамы и господа. С вами опять Перекальский Андрей. Я сегодня выступаю второй раз для того, чтобы пригласить вас всех на бесплатный вебинар, адресованный именно практикующим трейдерам, особенно начинающим. Этот вебинар, предположительно, будет проходить у нас во вторник на следующей неделе, начало 18 часов, и мы будем рассматривать следующие темы. Мы с вами поговорим о трех китах успешного трейдинга, то есть о соотношении между ними, то есть это торговая система, управление капиталом и рисками, соответственно, и психология. Причем имеется в виду как массовая психология участников рынка, так и ваша индивидуальная психология как трейдера. Как они взаимосвязаны и как правильное соотношение между ними поможет вам заработать на финансовых рынках приличные деньги. Далее мы разберем некоторые аспекты функционирования именно вот самих финансовых рынков, как это работает. Потому что без понимания вот некоторых тонкостей вам будет очень трудно мыслить так же, как мыслит большинство участников рынка, которые, собственно говоря, задают направление цены. А если мы не будем понимать, куда идет цена, мы не сможем много заработать, потому что вот не дай бог оказаться в оппозиции к рынку. Далее мы с вами рассмотрим некоторые устоявшиеся негативные мифы про финансовые рынки, про работу брокеров, про работу трейдеров и так далее. То есть вот то, что мешает вам почувствовать внутреннюю уверенность в правильности того, что вы делаете и чем вы собираетесь заниматься. Потому что трейдер, он должен мыслить очень позитивно, а вот эти вот негативные мифы, они давлеют над вами и, соответственно, мешают вам добиться успеха. И в заключение мы с вами подробно рассмотрим очень важный вопрос, архиважный для любого трейдера, как правильно подобрать брокера. На какие именно моменты, на какие именно критерии надо обращать внимание. Ну вот, наверное, все, что я вам хотел сказать. Пожалуйста, заходите на сайт аналитика онлайн www.aofx.ru и смотрите ссылочку на этот вебинар. Всем желаю удачи, до свидания.